Йоу, друзья, всем привет, с вами Итан. Продолжаем играть Saints Rose. Выполняем верность графу Дракуле на Сера. Ну и по пути, конечно же, всех мочим со всеми силами, которые у нас появились. Так, стоп. Ножкой надо топнуть. Надеюсь, не успеет он мне попасть. Все. К херам собачьим вырываем сердце просто. Изнутри этого дерьма. Так, задание. Обман. Кстати, довольно-таки веселое. Не знаю, выполняли мы его или нет. По-моему, что-то было похоже или нет. Сейчас будем объеб на Лара совершать. However, in the case of Mr. Bradshaw, Legal Lee was confident that he could find a way to gain the system. After all, Troy betrayed the Saints because of his obligations to the Stillwater PD. And later, Troy turned his back on his fellow policemen because of a sense of obligation he had to the Saints. He was a man conflicted, and while the road to hell is paved with good intentions, ultimately, even in perdition, it would be cruel to punish a man for doing what he sincerely believed to be the right thing. Я думаю, мы золото возьмем в этом серьезном дерьме. Так, нам нужно бы что-нибудь посерьезнее найти. Ух, шикарно. Страховщики просто заебутся выплачивать. Такой объем на доллары даже вот в аду здесь происходит. Так, и чуваки, кстати, ни хрена. Ох, 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 шикарно. Пьяный, как я не знаю. Ой, 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 комета даже здесь появилась. Ну вот так вот, неплохо. Нормально. Пиздец, пиздец, блядь, он летает просто как. Вот, наверное, так надо было, да, по правильному разгоняться. Ой, бля, ой, бля, ой, бля. Че он так раньше-то не летал? Не знаю, это ли. Или под конец, но. Мне кажется, так гораздо веселей. Да, мы сейчас золото возьмем. Инфа уже 200%. Бля, 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 давай, давай, давай. Ну ладно. Так, заебись. Прошли мучительный обман. Все окей. Должен уже скоро сна появиться, и мы ему наебашим. Может быть, даже финал будет, если я потороплюсь. Эта серия. Вообще, игра не очень длинная, но ачивментов здесь до хренища, которые надо будет мне впоследствии тоже получить. Так, нам должны подсказать, что дальше делать. К Дракуле идти? Нет, адская гонка у нас впереди. Найс. Найс. 300 из 940 сфер души мы нашли. Найс, 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 найс. Будет на что прокачаться. И, кстати, вот она уже гонка. Совсем рядом. Единственное, мне этот блядский грузовик, он меня. А, там еще этот чел, которого мы сейчас ёбнем. Ой.
Да-да-да, заберитесь. Он уже горит там. Что-то вообще они за процессом, за игровым не смотрят. Так, давайте, если мы поблизости, еще шпиль выделим, наверное. Раз такая пьянка. Чтобы уж не мешали нам летать. Ну вот и отлично. И все, направляемся мы на гоночку. Сейчас мы ее просто как орешек щелкнем, потому что я практически ас в полете. Так, давай быстрей! Нет времени. Алло! Сука. Не подводи меня. А все у нас довольно-таки ровненько. Я даже не успеваю. Не то, что не успеваю, но... По идее, надо замедляться здесь. Мне даже в пабу нажимать крестик. Настолько я ленивая сволочь. Поэтому на максимальной скорочке... скорочке, да. Именно на скорочке. Не знаю, золото возьмем, не возьмем, но мне, в принципе, не важно. Давай, масленок. Золото, нах. Все. Готово. Ух, ничего нового не делаем. Мне единственное, хотелось бы вам оружие показать. Семи грехов. Семь пушек просто уникальных. Например, вы видели кресло с пулеметами. Вот это да, вот это интересно. А остальное уже, в принципе, ну, мне не то, что не приелось. Я думаю, вам приелось. Но ради битвы с сатаной мы должны немножко потерпеть. Так, зона переброски. Зона переброски. Куда нас направят-то? Недалеко здесь. Опять же, если какие-то лишние дела не помешают, то... Я думаю, они нам не должны помешать. Блин, а где же она, эта зона? Я уж думал, я всех обманул. А, ну вот сейчас. Сейчас у нас могут быть проблемы. Небольшие. Так, надо перезарядиться уже, это дерьмо. Ну так-то лучше. Да ёбаный рот этого казино. Это из зоны переброски. Отлично. Я на месте. Опять же... Молю сатану... Блять, сука, пидор, он не хочет по-хорошему сатана. Ждем главного гондона. Не знаю, как... Какой-то гном. Ты чё, крутой?
Так, а, у меня же есть до хрена всего. Сейчас мы... Блядь, я забыл же, как пушки. Блядь, как же пушки менять-то? А, все. Давайте мы с двух жабометов. Они хотя бы не промазываются, не промахиваются и не вмазываются. Да давай, дебил ты. Так, где он? Жрите мушки этого ублюдка. Найс. Блин, такая игра, где хочется матом ругаться. Хочешь ты этого или нет, как-то она вынуждает тебя. Вот Resident Evil, она более серьезная. И вот насколько это все-таки зависит, не знаю. Интересно, есть люди, которые не хотели сказать слово пиздец? Так, ну что, выбираемся, пока непонятно, куда нам идти, но, в принципе, уже понятно. Уже понятно. Все, погнали. Заклятой лихорадки. Так называется задание. Я не знаю даже, что это такое. По-моему, мы такого не делали. Ракета летит. Гребаная. Гэт, ну ты просто... Просто ты пидор. Почему ты по стенам не хочешь бегать? Прилипает мне здесь. К поверхностям. Не совсем нужно мне. I know this is petty, but Vlad won't stop bitching about some frat boys that tossed his castle when he was locked up. Personally, I got nothing against poli-sci majors with popped collars, but as a general rule, I like to keep people with nicknames like the Impaler happy. It'll really keep things going smoothly with Vlad if you could show up to one of the frat's pledge games and smack him around a bit. Отлично. Maybe you'll make some friends. Isn't that what college is really about? С удовольствием сыграю. Только единственное, там какой-то есть еще сакральный смысл, помимо размножения башки вот этим демоном. Мне кажется, надо как-то там... А, ну все понятно. Все понятно. Иди сюда, ублюдок. Нет, чё, прикольно. Стопэ, стопэ. Вот это веселее, когда толпа целая появляется. Так вот. Так вот надо играть в американский. Точнее, вадовый. Бейсбол. Блин, ублюдок слишком слаб. И не может перенести мое. Так, вставай, сынок. Не время. Блин.
пидоры. Гребаные демоны. О-о-о-о-о! Комбо. Просто комбо-брейкер. Так, ну чё, в принципе, справляемся. Лол. Ну и все. Отыграли прекрасно. Так, ну что у нас? Зона выслеживания. Выживания, точнее. Вот, как слегка можно с... Ой, бля. Чё? Понесена... А, не-не-не, вот она. Идите сюда, золотые. Бля, уработали меня. Чё за хрень? Где растаптывание было обещанное? Так, все, поехали этих ублюдков подальше. Последняя осталась машина. Возможно, она нам поможет, и мы не будем дальше проходить ничего. Это будет доп. Задание близняшек, если я не ошибаюсь. Блять, как можно быть таким неловким? Шо пиздец. Не, вы не думайте, я там шокую не как хохол. Хотя, может быть, кому-то будет в обиду. Найс. Так, ну чё, давайте глянем. Мы практически рассердили этого пидора рогатого. Так, поехали, я готов. Жесть, сдохну, на мотоцикле ехал. Блин, нельзя покидать район. Ждем, пока эти ублюдки будут к нам подлетать. Ой-ой-ой-ой. Вот так вот. Так лучше будет им. Сколько... Чё-то мало. Я уже, мне кажется, побольше народу, чем два человека раскидал. На нах. Блин, это вообще не был виноват. Здесь бы еще не хватало, как в этом, в гребаном, точнее не гребаном, в Mortal Kombat. Там, конечно, вся эпичность разрывания, она присутствует. Нет расчлененки здесь, к сожалению. Я думаю, было гораздо веселей. На нах. Улетайся.
ребята. Люблю растап, они очень прикольно. Видите, как они разлетаются, вот эти вот тушки. К тому даже особо с пистолетов не фигачу, честно говоря. Ну, прокачиваю также какой-то определенный навык, чтобы ачивмент получить. Необходимый. И... Так, ну... Ну, вот так вот, например. Так, что у нас еще есть? Это вот хрень, да? Стоп. Мне интересует... Блин. Это само собой. Так, мне интересует жабомет. Я думаю, мы сейчас повеселимся уже вместе с ним. Так, пускай жабы работают. Что-то плохо жабы работают. К сожалению. Это демоны-братки? Что это за херы такие летают? Типа FBI, что ли? Блин, жаба убивает и его. Почему жаба не хочет принимать участие? Их, конечно, если прокачать, они как бы еще круче становятся. У них языки длинные. Они не прыгают, а уже языками как-то подтягивают. Так, ну осталось буквально 8 гадов этих убить. Да, они не рассчитываются, засчитываются только копы, к сожалению. Вот этот мусоровоз просто еще тот ублюдок. Ну вот и ладненько. Вот и ладненько, друзья. Закончили мы. По всей видимости, сейчас будет батл с сатаной, я надеюсь. But while she successfully managed to breach the castle walls to let Johnny in, she did not go unnoticed. Put that toy down, Mr. Gat. And why would I do that? Oh, because if you don't, I'll break Jezebel's beautiful neck. She's your daughter. I'll say something kind at her funeral. Drop it. I knew it. It's you. It's always been you. What are you talking about? You love her. I really don't. You love her! Ah, Johnny, my boy! I misjudged you! You've shown loyalty by walking into hell. You've shown cunning by robbing me. You've shown brutality by killing my generals. And now you're willing to sacrifice yourself for my daughter. You're the man who should be my son. Defiant to the end. Now listen, boy. You've proven your spirit, but don't presume to push me further. Let him go. Not now, Jesse. The men are talking. Dad, let him go. Look how you inspire her. She wants to kill me. You bring out the best in her. I'll offer you a deal, Mr. Gat. Marry my daughter, and I'll allow your companion to leave with the president's soul. It's your choice. You know where to find me. The president's soul was within Johnny's grasp. All he had to do was...
was Mary, Satan's daughter. Ой, ну прекрасный поворот. Ну, как бы не то, что поворот. Я думаю, что это просто заставка, ни о чем он не говорит конкретно, но... Окей. Отправляйтесь на балкон сатаны. Давайте это сделаем. Быстрее. Еще немножко быстрее. Еще, еще. Блять, проебал балкон. Или нет? Нет, нормально. Так, стопэ. Босс. Босс, you in there? Так, помешать свадьбе. Поехали. The time had come for the black wedding that would unite Johnny and Jezebel as Hell's new power couple. The tabloids were already calling them Johnny Bell. But Johnny had something different in mind. Hey, Satan! You want to get out of here? I can't believe that worked. Occam's razor. So... Playtime is over, Mr. Gat. Save them if you can. Куча негров красных. Я не пойму, мне дадут пострелять или что это за хуйня? Я надеюсь, сейчас я буду мочить всех. Да. Ну давай, говори. Так. Как подумать, убьет этот маленький нимф сатану? Как вы думаете? Я думаю, жабы убьют. Так, жабы не убивают. А чем его угостить, эту падлу? На кресло тогда сядем. О, ну все. Это норм. Бля, гораздо меньше патронов становится, когда ракетами стреляешь, поэтому я буду так этого ублюдка гасить на пулемете. Он, наверное, думает, чё за это? За хрень он использует? Убить сатану, сидя на кресле. Да. Тем временем у него вообще боеприпасы в ноль. Да. Ну ладно. Так, теперь нужно использовать мое любимое растаптывание.
кто-то готов еще ради сатаны пожертвовать жизнью. Так, у меня остались только моллюски из моего такого. Возможно, они мне помогут. Может быть и нет. Я думаю... Отчить? Что еще делать остается? Половину уже сняли. Да, мне кажется, жрут они нормально его. Они его охрененно жрут. Между прочим, единственное, у меня патроны закончились. Все, он уже пидор сдается. Что у нас есть еще из такого хорошего? Дробовик, ну, жабомет единственное. Так, в принципе... Стоп. Что-то... Блин, этот пидор моих жаб убивает. Урод просто. Уруру. Сволочь. Так, что можем использовать против... Эффективно против... Там мой демон. Че он там... А, ну я вызывал, да. Так, а задача была... О-о-о, сейчас ачивку выполним. Пятерых надо. Так, стоп. Пятерых не получится. Что-то я на мгновение забыл, что у меня оказывается и полет. Так, где этот ублюдок красный? Хочу поскорее его трон примерить на себе. Ни хрена не вижу. Не особо сильно он мочит. Я думаю, на такой большей сложности были бы проблемы с ним. А так, в принципе, ну, не смертельно. О, опять же бомбёчек здесь появился. Так, пускай его этот жрет. Он в защитном поле. Блин, как не вовремя. Как не вовремя. Охренеть. Я просто в шоке, как снайперка конкретно с него сняла. Рог вырываем или что там? Все, он сдался. Ублюдок. Получил свое по заслугам. К счастью. And like that, the battle had ended. Satan could no longer suffer the indignity of being beaten by a mortal and disobeyed by his daughter.
And so he banished them from Perdition. But still, all was not well. That was a direct order from your captain! You're worse than Pierce! Trivia night is sacred! You don't get to quit just because you know fuck all about pop culture. Who knows the name of the Nightblade episode where they introduced Nightbladeette? It was called The Meaning of Reconciliation and was directed by Kim Stein. I can't believe Asha sleeps with you. I can't believe you don't. Boss, are you okay? Yeah, I'm fine. What is this place? Whoa, 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 who the fuck is that? Her name's Jezebel. She's the devil's daughter. Pierce is gonna have a heart attack. Nah, she likes to sing. Pierce will dig her. I don't think... Can you rock the narrator from Joseph? Yeah? She'll be fine. Guys, where's Johnny? А Джонни застрял в аду. Hero had not yet returned to the mortal coil, for he was waylaid by none other than God himself. I have a situation. Look, man, I just really want to go home. I owe you. Huh? Zinyak hastened the apocalypse. St. Peter's a good guy, bless his heart, but he was processing souls way too slowly. With the destruction of Earth, Satan had the numbers to storm heaven. All he needed was the President of the United States to lead them. What, you think I couldn't do it? No, I think you wouldn't do it. Aisha's up here. I want to see her. Slow down, buddy. I said that I owe you, and I'll make good on that. But I want you to know your options. Интересно, что я смогу выбрать? If you want to see Johnny reunited with the love of his life, turn to page 31. If you want to see the devil defeated and Johnny crowned the new king of hell, turn to page 13. If you want the saints to find a new home world for what's left of humanity, turn to page 62. If you want God to recreate the earth, but in doing so retcon the entire world of Saints Row, turn to page 124. If you want God to bestow Johnny with the answers to all the questions of the universe, turn to page 248. Охренеть, я уже заутался в этих всяких. Ладно, друзья, давайте мы концовку классическую. Я так понимаю, что это опрос разработчиков. Типа, что вы хотели бы видеть в следующей части? Я выберу, ну, Повелителем Ада. Посмотрим. In Hell's weakened state, the Heavenly Host made short work of Satan and those who were loyal to him. Soon, Johnny was the new ruler of Hell. Kind of pretty, isn't it? Yeah, it kind of is. Do you miss your friends? Nah, I know they'll be down here in no time. И все? Ну, ладно. Ну что ж, такова была наша концовка. Не знаю, может быть, я все концовочки запишу как-нибудь. Ну, есть ли в этом смысл, я думаю, можно и так найти на Ютубе, кому будет интересно. Вот. Ну, более серьезные игры, в которые стоит нам поиграть впереди. Это так было ни о чем, мягко говоря. Ну, не то, что ни о чем, но абсолютно бессмысленная, скажем так, вещь, и она сугубо индивидуальная, а лучше поиграть с другом, это будет гораздо круче. Но, мне кажется, смотреть, какой-то чел здесь развлекает сам себя, интереса особого нет, поэтому, друзья, оставайтесь на канале, будут вещи поинтересней, и вы их сможете со мной увидеть, так что присоединяйтесь. С вами был Итан, всем пока, до скорых встреч.